Здорово всем! Продолжается трансляция, продолжается квалификация украинская на лане. На лане. Киев Киберспорт Арене, друзья, встречаются две команды. ТБЕБ. Друзья, я их буду называть просто типишки, потому что меня сейчас расшифровали ребята, как вообще, ну, вот расшифровывается их название команды. Его просто в эфире нельзя произносить, меня неправильно поймут. Ну, в общем, там интересная аббревиатура. Я, может быть, в конце трансляции вам поведаю об этом, но точно не в эфире, напишу где-то. За команду играет Хесе, Плеер. Плеер, я не знаю, кто Плеер. Я знаю, что кто-то из них будет The One, и, скорее всего, это он. Может быть, и он, но мы будем, опять же, определяться по никам. Ну, и команда Full, матч, который мы только что с вами посмотрели и сделали для себя, по-моему, интересные выводы. Ну, не заводит. Вот Рэдди написал шутер, вроде все написали Рэдди, НЛ пишет фикс. Бот, так, ну... Так, а где бот-то вообще? Почему и бот упал? Неужели они... Неужели эти ребята умудрились вот взять и уронить сервер с еботом? Ну, это фантастика какая-то. Так, ну, в общем, мы смотрели уже за командой Full, мы видели то, что они играют в атаке. Нормально, карта, кстати, не Инферно, карта Мираж. Мне сначала сказали ребята, что Инферно, потом оказался Мираж, я был в шоке. Две команды просто не знают, какая у них карта. Ну что ж, мы ждем готовности, People пишет Ready. Так, People, Fix, Азимут. Вообще состав можно, наверное, прочитать на сайте StarLadder. И состав... People, Хесе, Азимут, Зван и Фикс. Значит, плеер это Зван. Зван, кстати, готов убивать, играет на ковре. Мэтт Кэтс сегодня. Ну, состав команды Full, Ангел, Шутер, Эбола, Окс и Стар Тайгер. Вот позволю себе небольшую шутку на тему того, вот вообще, кто приходит играть на лан-турниры. То есть это даже не шутка. Это правда, и ранг у некоторых игроков в матчмейкинге очень интересный. Ну, если с шутером все понятно, и он просто убийца-кровопийца, то вот у его тиммейтов... Там наблюдается пара калашей. Интересно. Так, рестарт. Who want to restart the knife? Что ж, ну, должны быть ножи сыграны. Но я думаю, то, что фулом начинать удобно будет защиту. Вообще команда вроде как обсудила, что она будет делать. Команда ТБ, она, эти ребята сидели где-то примерно вот часа, наверное, полтора, разминались. То есть у них был фрислот в сетке. Они прошли сразу в квартерфиналы и... Я думаю, они тоже успели много всего обсудить. Но это, скорее всего, микс. Ну, то есть мы это понимаем, поэтому ждать каких-то нашифрованных раундов, наверное, не стоит. Ну, спасает команду, конечно, вот ТБ, то, что там играет Зуан и Фикс. Это далеко не слабые игроки с достаточно сильным аимчиком. И посмотрим, как будет шутер с ними справляться. Получится у него или нет, пока непонятно. Ну, вот не могу понять... Собираются они начинать в этом году или не собираются? Им как бы уже и судья им подошел, сказал, что надо написать. И вот и админ им подошел, сказал, что надо написать. А, просит бота просто. Да зачем вы рейди просто напишите? Ну, господи. Бот просит рейди, эти просят рестарт. Ну, это просто уровень какой-то новый. Шутер догадался, походу, что надо рейди. Все. Ура. Вот все, что нужно было, это написать рейди. Они пишут рестарт. Рестарт, бот, рестарт. Боже, просто что такое? 10 букв на английском языке уже выучить не могут. Ладно. Слава богу, с 25-й попытки ребята догадались, то, что нужно написать знак восклицания и рейди. Ну и тесаки гоу. Хотя матч вроде как стартует и... ну, мечи. Шутер говорит, мечи, это не тесаки. Зван уверен, что тесаки. Так, у Звана, кстати, нож вроде красивый. Давайте посмотрим, какой у него ножик. Нет, не очень красивый ножик. По-моему, ребята продали все свои ножи. Так, у атаки тоже нет ни одного. А, не, вот, смотрите, тут есть штык-нож М9. Вау. Ну, сейчас мы с вами узнаем, кто... Ну, у Фикса, естественно, керамбитик такой дорогой. Ну, и, как видим, все-таки ТБ и Б берут на ножи раунд и сайдпик за ними. Ну, и что будет дальше пока... Непонятно, стей.
О боже мой, короче, эти ребята на найф раунде просто взяли и сыграли. Да какой админ? Тут не в админе дело. Дело в том, что вы просто на найф раунде, когда вам бот его стартовал, вы играете какие-то пистолеты. И потом, когда уже матч начинается, и бот вам говорит, что матч сейчас начнется, вы бежите на ножах куда-то. Боже мой. Лучше бы монетку кидали. Ну, короче, шутеру и банде уже не повезло. Ладно, это тяжело. Убери табличку. Да толку от того, что я уберу? А, ну, можно, да. В чате Твича происходит интересное. Напишите кто-нибудь, только отцензурьте. Так, жду команду с названием ББПЕ Каппа. Не, ну ББПЕ это будет вообще жестко. Просто жестко. Убери табличку. Табличку убери. Я убрал табличку. Я убрал все таблички. Я убрал все. Уважаемые зрители в интернете. Параллельно, кстати, только что команда Hellraisers вот на чемпионате, который проходит сейчас в Москве, вышла в суперфинал команде Na'Vi, где будет играть серию до 3 побед BO5. А еще говорят то, что со StarLadder никто ничего не слизывает. Только NPME, только Урал. Ну, времена NPME, по-моему, остались где-то в 1.6. Так, не жалко пропускать BO5. Да мне без разницы, я от StarLadder, на StarLadder насмотрюсь еще. Кучу-кучу всего. Впереди еще Face от StarLadder, Фрагбайт, LAN-финалы Face, LAN-финалы Фрагбайт, LAN-финалы StarLadder. Там будет просто столько Counter-Strike, что можно сойти с ума. А у нас тут на самом деле LAN-турниры, всем на самом-то деле вот наплевать. Потому что тут своя атмосфера, своя движуха. Так, ну что, нужно, чтобы написали ready наконец-то. Все, матч стартует. В защите будут играть ТБ и Б, и фул будут играть за атаку, дилей. На GoTV примерно секунд 90. И вот зрителям, которые смотрят в зале в Киберспорт-арене, сразу скажу, что вот если вы включите плазму, если вам включат плазмы с игроков, у вас, по-моему, будет потеря во времени, вы не поймете, что происходит. Поэтому не включайте плазму зрителям в зале. Ну и момент с информацией, которую, конечно же, хочется говорить, поэтому... Давайте просто посмотрим, насладимся, может что-то получится. Раунд под Б. Фул, кстати, показывали уже готовый раунд, но они разыгрывали против предыдущих соперников на плент, разыгрывали до контакта. Здесь, как видим, все совсем иначе. И такой достаточно грубый холд. Так, смотрим на Зывана. Зыван разыгрывает Зиги. People на хелпе у фикса. Азимут на дальней дистанции также чекает. И вот. Аж ЕСФ. Эссе делает первый минус, второй минус. Ёпта, залетает плеер и забирает еще вдобавок ко всему Анхела. Ну и, как видим, команда Бул просто сейчас не зашла на Б-плент. На самом деле они очень хороший раунд делали, просто непонятно почему они опять-таки не раскинулись. Шли вроде бы как надо, но сыграли 4-1. В итоге шутер здесь просто ничего не смог сделать. Ну, мой здесь... Тут даже не до прогноза. Здесь мне кажется, что все-таки вот эти ребята будут чуть посильнее. Но, может быть, фул покажут уровень. Так, вот у них же есть все-таки звездный тигр. Звездный тигр. С пистолетом Тигрис. 1-0. Двойка раунда для команды фул. From Ukraine with love. Расшифровывается их тег. Ну, а тег команды ТБЕБ я не буду озвучивать, потому что это... Ну, за такое можно будет сразу убить. Слоуплей по 250, 3 глока, попытка выхода. Ну, наверное, опять ребят ставят цель поставить бомбу. Они уже показывали нам аккараунды в своем исполнении. Мы, в принципе, план выполняли, но здесь их ждал вот такой вот роковой или раковый прием, потому что в молотов почему-то упало 2 трупа сразу. Это какая-то засада. Ну и диверсия не сработала, бомбу не поставили. И ТБ и Б, у них все нормально. О, посмотрите, какая аватарка у Пипла замечательная. Просто вот это... Это какой-то... Я даже не знаю, как это сказать. Но, по-моему, у Артема хорошее настроение, хорошее чувство юмора, раз такая аватарка присутствует. Ого, там я слышу в зале какие-то крики, но я не знаю, почему там люди кричат. Что ж, 2-0, еще один аккараунд светит игрокам атаки. Они повторно разыгрывают в сторону Аплента. Азимут уже делает первый минус. Фикс раскидывается, пропускает на себя шутера. И вот этот парень все-таки, да, дает грязи здесь по оппоненту. Тем не менее, его разменяли. Тигр стреляет в другую сторону, не там, где соперник. 3-0.
3-0. Ну вот теперь давайте смотреть оружейный раунд, что на нем будет. ТБ и Б нормально начинают. Очень хорошо. Три раунда сходу. Четвертый, если берут, то можно будет закапывать фулов спокойненько. Но фул в предыдущем матче против команды Home Hero показали нормальный результат. Друзья, сетка чемпионата будет формироваться, выкладываться на сайте CSGO's Wilder TV, поэтому вы можете там посмотреть, кто на кого проходит. Там же все составы в репортаже указаны. И скоро, возможно, появятся фотографии, потому что вообще они должны были уже появиться, просто мы не нашли фотоаппарат. Я не знаю, где он и почему он. Возможно, он уехал в Москву вместе с командой Hellraisers. Зачем им фотоаппарат, я не знаю. Им нужна победа. Так, ну что ж, вот после минуса на центре шутер пытается дать размен, чтобы от этого фрага как-то для своей команды сделать выход из сложившейся ситуации. Но пока что просто холд. Так, ну вот это вообще какая-то флешка. Зачем она здесь была, непонятно. Шутер вроде контрит Савика. В итоге поджима с Парыча нету, с окна нету. Никто никуда не бежит. Все просто ждут. Фикс и его тиммейт, он же Зван, попробует сыграть с ВП на центре. И шутер его отстреливает. Хороший фраг. Но от этого можно отталкиваться. Вот старт игры вылезает. Такое ощущение, что он не понял, это его тиммейты или оппоненты находятся на центре. И в итоге пошла подготовочка выхода с коннектора. Анхел открывается под флеш, пытается зайти. Фикс перекрывает кислород шутеру. Анхел успевает занять, в принципе, комфортную позицию, но теряет всех своих тиммейтов. Теперь у него безвыходная ситуация. Он пытается, ну, попытается, наверное, убить Зиг, забрать бомбу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вот это боль. Ну, да, жизнь боль, 16 секунд до конца раунда. Выход здесь очевиден, очевидный только на... Ну, по-моему, просто пипл не даст ему здесь никуда уйти. Пик ВП 4-0, первый девайс на раунд команда. Фул проводит не очень. Потому что с центра они никуда не ушли. У них только один человек открылся на плент. В общем, серия быстрых раундов с подготовкой в виде раскидки, я думаю, спасет несколько очков команде Фул. Не факт, конечно, то, что они в защите не отыграются, но, опять же, посмотрим. Все-таки состав ТБ и Б, он немного посильнее. И... ну, опять же, один Зван только что стоит, который продолжает, кстати, громить. На этот раз шутеру не дают отыграть на центре. Ну и при счете 4-0. Опс, второй герой пошел. Эх, шутер, я отомщу за тебя, брат, сказал сейчас Окс и пошел туда же и просто сдох. Тут, кстати, уже 2 ВП играет, одно на выпаде зигзага. 8 ХП остается у Звана, и команда Фул понимает, что сейчас им нужно что-то думать. А думать здесь особо сильно нечего. Вот есть вариант сыграть под Б-флент на минус, но Эбола пошел на респаун. Ладно, говорит, не буду я тебя убивать. И посмотреть, что происходит в этот момент. Пипл с чудовищно жесткой аватаркой врывается в ковры в аркаду. Ну и, в общем, у атаки нет выбора. Так, Тигр пытается прицелиться. И Тигр кидает элитную флешку. Тигр! Его уже ждут просто 4 человека. Я не знаю, он сидит. Он ждет тиммейта, понимаете? Смотрите, что Эбл делает. Красавчик. Красавчик. Я, говорит, охотник, я охочусь. Никого. Никого нету. Никого нету. Все. Я иду к тебе. Я иду к тебе, брат. Мы должны выйти. За 10 секунд мы успеем все сделать. Но Тигр передумал. Тигр возвращает. Ого, привет, брат. А как мы здесь оказались вдвоем? Я не понимаю, что делает команда Фул. Либо они решили засейвить то, что у них в руках, либо они... ну, если они решат... слушайте, это какой-то самый вот... нет, ну, вот я промолчу. Боже мой. Тигр делает минус 2, но толку от этих двух минусов ровно столько же, сколько и от этого сейва, потому что экономики-то в любом случае не было. Остались 2 девайса у тиммейтов, посмотрите, 3-4, 3-4. Ну, тут можно закупаться, но, опять же, это будет очень кривой бай. В итоге все проходит с дропом. Повезло то, что был пиковый П, и Окс покажет нам сейчас свой скилл. Без респауна отправляется в сторону центра. Это, кстати, может очень плохо для него закончиться. Но у защиты тоже не было быстрого респа, но Зван уже на медле. И готов принимать любую агрессию в свою сторону. Окс попытается с ним сыграть, но тут Зван, конечно, не прощает. И, как видим, у Окса мозги остаются в углу стены. Труп лежит, а атака принимает решение выйти на аплент. Но самое главное то, что у них вот здесь вот начинает гулять Пипл, который по КД, походу, будет сюда ходить. Я думаю, что и в следующем раунде он это повторит. Ну и выход на аплент омрачняет присутствие, во-первых, снайпера, во-вторых, комфортных позиций, пока команда Фул пыталась понять вообще,
смогут они выйти или не смогут. Они потеряли просто 4 человек. Один попытался промелькнуть в коннектор, но не вышло. 6-0. Ну и пока такая же сухая, как в первом матче. Тем не менее, господа, несмотря на то, что какие-то моменты здесь смотреть смешно, команды могут быть оправданы просто по одной причине. Они играют на лане и лан... Ну, на лан уже точно Васи не приходят. Так, ну что, тигр! И тигр... О, боже мой, тигр просто сейчас схватил в голову. Ну и попытка отыграть на центре продолжается от игроков команды Full. Теперь уже SC пытается тормозить своих соперников. Анкла вообще взрывают. 7-0 и, по-моему, попахивает сухой. Я прямо чувствую, как вот со сцены идет этот запах. Ну и посмотрите, есть уже у нас новые герои в этом матче. Эбола 0-1-6. Если все будет складываться как полагается на ланах, то мы, может быть, увидим Джеймса Бонда. Слушай, попытка, видимо, сыграть сплит Б сейчас будет в исполнении команды Full. Оставляют одного анхила чекать спину. Поджим под Б-плантом также чекается и контрится, но ТБ и Б решили отказаться от этой идеи. Кстати, ТБ и Б нормально отыгрывают вот в стане медла. Они всегда пытаются играть втроем и на выпад. У них без чека продолжить. Продолжение деф агрессивного нету. Так наказали С за аркаду. Фикс. Окно. Ну и атака начинает готовить коннектор. Перемещается при том, что туда все и банды. Кидает зачем-то смок и не идет туда. Ну и People, разумеется, просто вот и People, и The One понимают то, что здесь просто нельзя отдавать мидл. Тем не менее, размена благодаря уверенному холду и численное преимущество за нападением. Шутер. Зигзаг может сейчас просто казнить пипла, но успеет. Да, должен он делать этот минус. Проходной фраг, Б-план чистый, и бомба уже выходит туда. Ну, в этот момент игроки как бы защиты понимают, что играть агрессивно здесь уже не получится. Все-таки, как ни крути, парни из фул стреляют. О, боже мой, что творит Зуан? Просто невероятный второй фраг СВП. Хороший, кстати, фазум. Осталось у него мало хп, но Анхела не прочитали. Он отыграл отлично в спине. Ну, грубо говоря, в стиле охотника. И шел по пятам своего оппонента. Наказал снайпера, пытается найти еще одного игрока защиты. Думает, то, что его загоняет окно, но не тут-то было. Там уже пошел деф бомбы. Кстати, бомбу можно было дефузить вообще совершенно спокойно. Но Азимут решил здесь на верочку доиграть в этом раунде. И посмотрите, как стояла бомба. Ну, тут просто было все для того, чтобы закрыть этот раунд, даже не дав игроку атаки выйти с кухни. Его даже можно было просто не убивать, а встать дефузить. Он боялся. Боялся. На самом-то деле, проблема команды Full в том, что вот они поставили бомбу на зиг, при этом не имея на зиге никаких отходящих игроков, имея одного поджимающего. Такие пакеты обычно надо ставить в угол на Б-планте. Ну, это на будущее тем, кто вот не знает, да, большинство про-команд, они вот такие бомбы сложные разыгрывают вот на этот угол, потому что он, во-первых, легко отстреливается, а во-вторых, там нельзя будет задефить. Так, ну что ж, попытка быстро выйти на плент заканчивается для команды Full сразу. Единственный, кто играет в размен, это шутер. Тигр пытается сыграть на коврах, но Азимут спалил его край девайса. Игра на яме без шансов просто. С одной потерей в лице фикса проводит этот раунд TBEB, и счет становится 9-0. Ну, конечно, в идеале сейчас, наверное, хочется, чтобы 6 раундов все-таки Full взяли и показали какую-то вторую половину, но... Но пока не до этого. По-моему, пока команде Full надо попытаться хотя бы взять один. Ну, если счет размочат, может быть и пойдет катка. Но судя по тому, как они рассинхронизированно выходят... Ну, знаете, команда выходит, шутер ждет. Шутер понимает, как бы, когда можно постреляться, где. Так, тигр пойдет за Эболой. О, увидел. Увидел Эсса здесь своего оппонента. Шутер отстреливают на центре. Размен Атокса, попытка отыграть БК. И... Да, БК, по-моему, тигр сейчас просто спалится на Эсса. Нет, передумал, побежал в центр. Там сделали минус, значит, нам надо идти туда. Походу, хотят подсадиться игроки нападения сейчас, но... Ждут зигзаг, их дергает в этот момент People, зиги. Ну, как видим, они... Боже мой, фикс накосячил сейчас очень плотно. Мог подождать и отстрелить сразу двух человек, но... Решил забить
Решил на это забить, ждет подсадки, но, по-моему, здесь фул вообще не волнует, что там кто-то в окне есть, им надо убить зигзаг. Не знает, что в зигзаге стоит People, и вот, о боже мой, вот это Switch Device. Надо просто на самом деле вот дать ремня команде фул, встать сзади и заставлять их играть интенсивней. Вы заметили то, что три игрока просто стояло, смотрело в зигзаг в ожидании какого-то отстрела? При том, что с окна их там фикс простреливает, но им наплевать, там же в зигзаге People, его надо убить. Ну и в итоге 10-0. И песня вот группы Чаев, там Аргентина и Майка, слушайте, вот команде фул больнее, чем даже вот в той песне болельщикам команды. С Ямайки. Молотов ковры. Фул понимает то, что их могут сейчас сжать, но защита, опять же, очень дисциплинированно выглядит, если честно, потому что, ну, на их месте я бы уже давно бегал в аркаду, но они стараются все-таки сохранить микроклимат и микроконтроль в команде более-менее нормальный, чтобы прийти в тонус. Вообще, это фаворит этой лан-квалификации, скорее всего, именно эти ребята пройдут по верхней сетке до гранд-финала сразу. Помимо этого, сейчас я попробую обновить сетку и посмотреть, что же там происходит. Так, друзья, фул обыграли Фанкиры 16-8. Эту встречу смотрели. Hard and Play расправились с командой Фраерки 16-2. 16-7 NFG убили команду из Бердянска и вышли на команду Hard and Play. Сейчас они будут катать. У них уже... у них счет 12-4 в пользу команды NFG. Нижняя часть верхней сетки. АЦГ играют с Incor. Incor ведут 10-2. Команда 23 ведет у команды Perfect Steam со счетом... они их обыграли 16-4. Понятно. Просто бот обновляет поздно. И тут написано, что 14-11. Или я не знаю, что эти цифры значат. В общем, это не важно. Просто не важно. Ну и в нижней сетке Perfect Team встретится с Home Hero. И, по-моему, фраерки уже должны... играть матч с Бердянском. Red Arrow должны играть с командой 1-4-8-8. Ну и в нижней сетке встреча, в принципе, будет интересная. Ну там опять-таки второй тур нижней сетки пройдет параллельно этому матчу. И далее мы с вами будем уже смотреть третий раунд верхней сетки. То есть к нижней сетке мы вернемся, наверное, в самом конце этого чемпионата. То бишь, часа может быть через 3, через 4. Что ж, пока что 12-0, и команда фул не показывает той же игры, что, которую она показала в матче против коллектива Home Hero. Интересный тег Home Hero — домашний герой. Вот. Или домашние герои. Эбола проигрывает. 1-1-11. Это успех. Не, на самом деле просто тяжело. Видно, что тяжело ребятам из фул. Они просто прямо вот... У них реально, если вот по факту посмотреть, у них играет один шутер. Вот даже в этом матче шутер, как, ну, видно по нему, что он стреляет, нормально понимает, что происходит. А его тиммейтам надо постоянно говорить, что делать. Скорее всего, беда здесь больше в координации. Но будем надеяться, что... в будущем эти ребята станут играть лучше. Как-никак, это, возможно, даже их первый, может быть, опыт на лане, поэтому... такое всегда бывает, не переживайте. Много-много лет назад я помню свой первый лан. Так вот, я там чуть не обосрался. Страшно мне было. И зафейлил ужасно. Но уже на следующем лане. Я забыл забиндить на кнопку Е. На кнопку Е плюс Юс, и, короче, когда мы взяли пистолетку, вернее, мы взяли эко-раунд против Бая, приняли веб-плент, и я не задупизил бомбу. Вот это было просто эпично. И потом тебя просто троллило все огромное-огромное сообщество. 13-0, тем временем тебе просто разрывают команду фул, и я даже запах чувствую, который сейчас идет со сцены. Там прям разрывом пахнет. Ну что ж, очередная попытка команды фул выйти на плент. Ну хоть один раунд, ребята, возьмите, пожалуйста.
Там девчонки даже сидят в компьютерном клубе, смотрят ваш матч, и вы хоть ради девчонок это сделаете. Нужна, вот команде фул нужна просто группа поддержки, ему ее не хватает. Посмотрите, вот что происходит. Тигр делает минус, но вот команда все-таки ТБ и Б вообще... Ну, не знаю, я бы на их месте уже просто сжалился над соперником, отдал бы один раунд и написал на 15-м килл в консоли. Один-один-тринадцать статистика Эбола. Тигр идет со статистикой 3-1-13, 4-1-14 идет Токс. В общем, все плохо. У Зевана уже 21 фраг, 5 смертей, 4 MVP, 42 очка. 17-2-1 Азимут. Ну и начало вообще хорошее здесь для Зевана. Отличная первая половина. ГХ пишет Фикс. ГХ пишет Тигр. Вот... Я не знаю. Ну, действительно, да, хорошая половина. Тигр единственный, кстати, манерный игрок из своей команды. Посмотрите, вот он согласился с тем, что половина действительно для вас, ребята, хорошая. Да, молодцы. А теперь я перейду за защиту, и я тут самый опасный. Вот надо настраивать себя так. Это я тут опасный. Это вы меня должны бояться. Но мы ждем готовности от команд. People пишет ready, ты бы готов закончить все сейчас. А вот команда full, по-моему... Да, все готовы. Шутер тоже пишет ready. Матч стартует через 8 секунд. А я пока что посмотрю, что происходит на CSGO Starladder TV. Друзья, в нашем репортаже с этого чемпионата. Напомню вам, что это квалификация, LAN-квалификация для команд из Украины. Победитель получает слот на финальную стадию квалификации 11-12 октября. И... Первый тур верхней сетки. Снова повторю, наверное, счет. Вот для зрителей в интернете. Full выиграли 16-8 Home Hero. Hard and Play выиграли Фраерков 16-2. Battle Fury вы уступили Encore'ом на карте Mirage 14-16. Вот такую катку надо было посмотреть. Red Arrow уступили команде 23 со счетом 16-6. 1-4-8-8 уступили команде Perfect Steam со счетом 16-4. И 16-7 Бердянск проиграл. Так, ТБ и Б фрислот, а ЦГ тоже фрислот. Такие вот дела. Ну и, наверное, все-таки мы переключимся на второй тур сетки. Но сейчас решим с матчем. Сейчас решим с матчем, что мы будем смотреть дальше. Так, ну что ж, пока что попытка команды... Фул... Ну вот смотрите, что делают фулы. Они просто остаются в дыму всей бандой. Отрезанные в коннекторе одним дымом. И вместо того, чтобы сделать выпад, они продолжают ждать игроков атаки. В итоге дожидаются. Ну и ТББ просто занимает здесь все позиции, все им подконтрольно. Это 16-0. Шутер, конечно, сдаваться не хочет. Но он знает то, что там несколько игроков Хеленок пытается выцепить под коврами. Эссе попадает, и от пули закончились, но можно продолжить борьбу. Бомба, правда, сильно пищит, дефузов нету. Да куда ты смотришь, это последний раунд. Ну, шутер тут еще пытается что-то сделать. Счет становится 16-0, и команда ТББ одерживает уверенную победу. Вот это поворот, господа. Просто поворот. Прямо матч года. Ну и команде... Фул сейчас придется упасть в нижнюю сетку. Так, третий тур верхней сетки, друзья. 23 будут играть против АЦГ, либо против Encore. Мы сейчас пойдем узнаем, вообще, какой матч из этих всех будет интересней. Интереснее всего смотреть. И ожидайте. Ожидайте. Еще раз я вам скажу, ожидайте. Еще разочек.